Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Дина, рассказываю о комнатных растениях, делюсь своим вдохновением, рассказывала вам про стеллаж на кухне. Я периодически меняю здесь композицию, поэтому он каждый раз у меня разный. Значит, с вами посмотрели вот эти полочки, посмотрели угловые, угловые, вот эти полочки. Осталось с нами, нам с вами посмотреть вот эти три. И я жду от вас. Интересно ли вам смотреть такие маленькие укореняшки? Тут мои, тут то ли продано, то ли излишки, тут надо разбираться. Если интересно, пишите мне в ВКонтакте, в Телеграм или под видео в Дзен, потому что там комментарии открыты. Значит, начнем мы, наверное, вот отсюда. Сейчас я залезу наверх. В прошлом видео я вам показывала, как у меня красиво раскрашивается хоечка Карноза триколор. Ну, посмотрите. Вот скажите, что этой хвои даже цветы не нужны. Значит, дальше. Здесь у нас стоит хоечка номерная. Я ее в этом году пересаживала. Такой лист огромный надала. Я сюда так редко залажу. Вот здесь вот еще прям молодой листик. Недавно прям видно, что он молоденький. Прям молоденький. Ах, 30. Вот, пересадила я ее в феврале. Давали мне эту хоечку в подарок. Такой пень весь в наростах, видимо, неоднократно он пытался расти, но расти он стал у меня. Здесь я сломала, сама нечаянно он у меня шлепнулся. Ну, вообще красавица хоечка такая, смотрите, крокодил крокодиловый. Усик у меня растет. Вот. Значит, что у нас здесь? Филодендрон миканс. Ой, вру, сейчас скажу. Бразил, скандекс бразил. Он у меня в маленьком горшочке, и листики такие некрупные. Не знаю, вам видно, мне что-то как будто света не хватает. Вроде все светит, вроде все включено максимально. Ну, что есть. Нет у меня помощников, которые бы мне поддержали лампу. Орхидейка тоже какая-то. Мед какой-то. Трудное название. Она револьверного цветения, вот такие длиннющие цветоносы. И вот она на концах везде цветет. Я даже не знаю, нужна мне такая орхидея теперь. Вот еще бутон у меня. Я бы хотела, чтобы у меня были новенькие цветоносики. И здесь еще одна орхидея. Ой, не показываю вам, потому что пытаюсь ее... Не получится, ну ладно. Сейчас переверну после видео. Просто такая... Такова красота. Фаленопсис такой терракотовой губой. И с этой стороны... Оп, чуть не упала. И с этой стороны... Такая обычная зеленая, вроде бы ничего особенного. Желкование просто такая, такой. Должна вроде бы цвести желтеньким. Не могу вспомнить просто, как она называется. Все ее кручу-верчу. Недавно я тоже пересаживала. Пентафлебия. Вот какие корнища. Вот такая. Вроде как бы обычная зелененькая хойка. Так, спустилась я дальше. Показываю. Специоза. Орхидейка маленькая такая. Я тут кому-то говорила, ой, у меня такой классный здесь маленький цветоносик. Он, ну, такая компактная получается. Микки Пурпл называется. Мне сказали, а, подожди, у специозы такие длиннющие цветоносы по типу вот то, что я вам показывала. Вот у этой. Желтенькой. Еще одна тилантия. Их так редко показываю, ус не видно. Просто такая борода. Хоечка. Хойку, которую я покупала в прошлом году в закупках. Это какой-то гибрид Мапигера Пенисулярис. Малайзия называется у меня. Плохо растет у меня. Я уже вот прям листик без тургора. Хотя вот полита здесь нормальный. Сняла с нее черенок. Черенок пошел в рост нормально. Посмотрим, здесь, смотри, почечки набухают. Может быть, что-то будет интересное. Но она вообще такая крокодильчик. Я же говорю, что я люблю крокодилов. И загорающих люблю. Значит, у нас вот тут вот стоит еще, с которой я не могла определиться, оставлять или нет. Хоя макрофила Альба. Ну, пока растет. Пока вроде не выпендривается, поэтому оно у меня пока растет. Молодой усик выдала, молодой ростик. Здесь еще воете триколор
То ли дублик, то ли излишек мой. Пока в качестве дублика. А, вот тут вот. Какая красота, да? Я в прошлом видео вам показывала. Карно за триколор, красавица. Здесь у нас From Yellow Sapphire. Хоечки. Темно-зеленый, мелколистная хоечка. Она только отцветает, по новой набирает цветоносы. Вот. Цветет желтеньким. Тут же еще хешкелиана альба-маргинатная. Тоже вот собирается цвести. У меня их таких несколько хоечки. Кагаенсис с шелковым листом. Ну, наверное, вам не увидеть этот эффект. Ну, вообще классно. Вот, наверное, вот на этом вы увидите. Шелковым листиком хоечка. Еще одна хойка, мелкашечка. Сапфир Yellow. Видите, как выгорели у меня, когда близко к свету стояла, выгорели листочки желтенькие стали. Потом я переставила, стали уже опять такие матовые темно-зеленые листья. Зато она, когда стояла под подсветкой прям яркой, цвела вообще без конца. Ну, сейчас тоже цветут, но они не так сильно. А то у нее, вон, смотрите, сколько цветоносов. Загубила свою лакунозу. Порезала ее, оставила себе пару череночков. Ну, потом смотрю, вроде отклемалась она. Я ее только в тепличке держала. Вот здесь вот прям такие плотненькие листики. Вот эти уже, наверное, и не разгладятся. Они плотные, но такие, как это, как мятые. Видимо, уже и не разгладятся. Вот тут видно. Видите, какой листик. Хотя они уже вот набрались. Они не мягкие, не тряпочки. Ну, так вот бывает. Очень часто бывает после пересадок, когда я их из маленького стаканчика в большой вываливаю, и потом, конечно, они у меня заливаю их. Верстеги. Верстеги красотки были вот узик. Узик, усик, узик. Узелок вот этот у меня нарос. Что-то я делала неправильно. Видите, он у меня желтеть стал. Потом я его пересадила, и сейчас он, корни уже оплели. Относительно отплели. Начала растить усик. А то прям сидела, я уже думала прям срезать, стимулировать ее как-нибудь. Ну, вроде все нормально. Сюда спускаемся. Joy Splash. Ну, мне кажется, что это все-таки больше просто Joy. Сплэша тут так мало. Пускай будет Joy просто. Я, это мне хоть одна обмен досталась. Я уже не помню, на что я менялась с местной женщиной. Ну, тут вот вроде как бы сплэшный, хороший листик. Здесь так себе. Ну, посмотрим, что пойдет. Вон. Набухает бочка снизу. Пахиклада, красоточка вообще. В малюсеньком стаканчике. Боюсь ее, пока мисс она в росте, боюсь ее пересаживать. Ну, хорошенькая. Что сказать, хорошенькая. Видите, в таком лисенке у меня сидит. Цанги обычная, не варигатная, зеленая. Вот сюда вот. Это у нас Лиза. Лизу я наказала, обрезала максимально. Смотрю, вот так вот по низу здесь. Вот там почечка набухает. Пускай. Я тоже умею обижаться, а то она мне кидается листьями. Я ее сказала, накажу тебя. Разрежу на черенки и продам все. Еще одна моя дублик эллиптики. Недавно ее пересадила из 100-граммового стаканчика. Вот такой 200-граммовый. И дала ей опорку. Зеленые бусы, крестовник. И вот тут вот у меня череночки. Череночки. Недавно я вам показывала распаковку взрослых растений. Калистрофила собак. Было 5, по-моему, лишних череночков. Ну, у меня веточка, получается, сломалась, я ее расчеренковала. В общем, осталось 3. Не факт, что когда видео выйдет, они еще будут, поэтому я предлагаю вам зайти ко мне в Телеграм или в группу ВКонтакте и посмотреть там, что не стоит в ассортименте. Можете в личных сообщениях спросить, я всегда отвечу. Очень часто я даже не выставляю некоторые растения, потому что их многие хотят, а оно просто не нарастает настолько, чтобы делиться с каждым. В общем, на этом я заканчиваю. Жду по поводу малышей. Если вам интересно, скажите мне, я вам запишу видео. Всем напоминаю про телеграмму, группу ВКонтакте. Ссылочки под видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.